Vamos. Easy, baby. Nobody. Так. А я, кажется, знаю, кого вы не нашел капец. Да. Я угадал. На то угадаешь? Еще новое оружие. Возможно. Да, давай. Нет, да. Я не знал. Я так думал, прошла с Джинебра была. Ну да. Я думал про Костю. Про Константина? Серьезно? Опа. Ну что, то мне пизда. Тебе пизда. Ты будешь звездой. Ты попадешь в телевизор. Так. Кто это? Ага. Понятно. Притом, наверное, разминается. Да, пусть разминает. Приседание-то. Потягивание. Я не знаю, сейчас это посередине. Lycus! What's wrong with you, man? What's up? Guards, where you going? Our mutual friend has troops moving into council territory. They're up to something. We're going to investigate. Незнакомый телефон! Ебитесь от меня нахуй! На какой-нибудь ёбаный банк, блядь. Я разводил какие-нибудь. Да мне бы, блядь, банки звонят, блядь, постоянно, чем, блядь, какие-нибудь мошенники. Да, блядь. Не, понятно, что мне бы, ну, мне конкретно как-то в прошлом году звонил то ли баба, то ли чувак, который представлялись то ли Сбером, то ли что-то такое. Но, ну, как бы было там очевидно, что какие-то восемь снял. Сука, магнитофон прикрутил. Ну ладно. А ты не подсматривай. Оно боится. Да. Ну ешь.
Ой. Так, а кто здесь вот этот ежик типа? Вот это пиздец. Да он по времени не решил. Пойдем в пару, ты не видишь. Ой, хорошо. Ага. Чудеса робототехники. Красиво. Нет. Красиво. Ранено. Ехай нахуй. Я побежал в конец. Ой-ой-ой. Ой, красавчик. Сколько прят. Эй, блядь. Что там у вас происходит? Ой-ой-ой, помогите! Спасибо, я пошел, Олег закажу. А, максимум, господи. А что такое могила? Я в конец. Красавчик. Ага. Юмор такой. Ну, попасть не могу. Ой,
надо отплой донестись. Кто бы ты ни был, спасибо. Я люблю видеть, как Шнайдер получает. По щам. Обожаю этот момент. Антагониста своего проекта. А, это все не запомнил. Как уебала камера. Ай, блядь. Дрожишь? Нормально! Ой. Блять, как его? Опять освоил отрель. Какая молодец. Да, пизду. Да у нее пушка странная. Она пускает маленькая-маленькая вот эту вот хуйню, похожую на атом, что ли, блядь, облачко. Чтобы ее выпустить, нужно полностью зарядить выстрел, который секунды 2-3 заряжает. Потом эта хуйня летит полтора часа, хотя бы показывает траекторию, типа, примерно, там, своим лучом. И нужно в нее попасть, блядь, в маленькую эту хуйню. И тогда она моментально взорвется и стреляет вниз три раза. Простые выстрелы, а вообще очень мало. 9,5. Ну, чувствую. 9,5. У меня 8,5.